Подкрасить брови, поправить прическу. Идут последние приготовления перед большой премьерой нового балета «Маша и Щелкунчик». Уже в названии авторы идеи отразили нестандартный взгляд на постановку. Вместо привычного главного героя в новой сказке в центре внимания спасительница поломанной игрушки. Маленькую Машу играет Светлана, взрослую Александра. Она не должна быть ни хорошей, ни плохой. Она должна быть между. Хорошо-то в плохише, когда драка, она их пытается усмирить, чтобы они не дрались. Она воплощение мечты. Она должна вырасти в ту, в кого хочет вырасти, наверное, каждая девочка. Эта сцена урока шитья, призналась маленькая Света, была для нее самой сложной. Но все юные дарования, воспитанники балетной школы Ильи Кузнецова, на которых держался в этот раз балет, достойно справились с нелегкими партиями. Они молодцы, они уже стали профессионалами за 4 месяца. Видно, что они дети. Но мне кажется, для зрителей это наоборот. Вот это вот состояние новогодней сказки, когда дети все своими руками, они уже хорошо слышат музыку, они хорошо знают порядок. Еще в такой интересной визуальной постановке. Все сделано как снежинки вырезаны. Взрослых героев сыграли артисты балета Мариинского театра. Даже для опытных профессионалов нашлись свои сложности. Найти общий язык с детьми и как бы влиться в образ такого тоже ребенка. В планах теперь у авторов проекта поездки по миру, куда организаторы пока оставили интригу.